Некоторая отрешенность и неуверенность заключенной буквы И мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Буква Т дает человеку настырность. Носители этого имени отличают замкнутость и упрямство. Им необходимо получать любовь и признание от окружающих. У них прекрасная интуиция, развитая способность к мистицизму. Они наделены даром исцелять душу и тело. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Эти люди умеют разделять и классифицировать. Буква Е в этом имени символизирует потребность самовыражения в обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. У обладателя согласной Л в имени тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Легкость натуры, умение сглаживать острые углы отношений, опасаться стать рабом волевого партнера. Обладатели этого имени всегда беспокоятся о будущем и отличаются достаточной практичностью. Это имя наделяет упорством и реалистичным планами, поэтому часто мечты такого человека сбываются. Буква Е придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Буквенное значение имени во главе с буквой А означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Они всегда стремятся отыскать во всем правду. Имя с буквой Т делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. Звук В в этом имени связывает с коммуникабельностью и способностью к творчеству. Звук А в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Люди, в имени которых есть мягкий знак, обладают редким талантом избегать ссор и конфликтов. Часто они вообще не имеют врагов или недоброжелателей. Если буква Е является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Владельцы этого имени зачастую в любви непостоянны и капризны, требуют повышенного внимания к своей персоне. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.